Только самые быстрые и крутые зрители в мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем проходить скилл-тест на приори с крыльями в игрушке под названием BeamNG Drive. В предыдущем ролике мы остановились на том, что прошли 7-е испытание, и впереди нас ждет вот такая гигантская лестница вверх. Ну и после чего мы будем вместе с вами прыгать вот этот туннельчик, или как я обозвал, ребят, в предыдущем ролике, дупло. Я назвал этот туннельчик дуплом, в принципе, похоже. Будем, ребят, попадать, и самый прикол, который у нас приора с крыльями, как мы туда вообще поместимся, я не знаю. Надеюсь, вы успели поставить лайкусик, ребят, надеюсь, вам видосик понравится, ну и можем начинать. Поехали, впереди нас ждет вот эта гигантская лестница, самое интересное. Если мы выпадем с этой лестницы, то придется заезжать с самого начала, потому что, насколько я понял, чекпоинтов нет, и я просто перепутал кнопку. Я заспавнился, я перепутал кнопку, у меня ускорение на Е, я нажал на R на английскую и заспавнился. Ну ладно, хорошо, что мы недалеко уехали, потому что с ускорением, как я понимаю, мы быстрее забираемся в эту горочку, да, в эту лестницу. Ну и как бы хочется порезче это все проехать, потому что впереди гораздо интереснее испытание, но... У нас приора, опять же, заниженная, как я говорил уже в предыдущем ролике, и бампера отлетают, что передний, что задний. Ну, в принципе, вот он отлетел, и мы только лучше стали... Ух! Только лучше стали ехать. Вот о чем, ребят, я вам рассказывал. Главное тут не расслабляться на этой лестнице, иначе, сами видите, можно вообще спокойно, изи вылететь, как только что. Чуть не получилось у нас. Ладненько, едем дальше в горочку, не останавливаемся, погнали. Аккуратненько вот так заворачиваем. Я не знаю, сколько этажей осталось. Мне кажется, еще очень много, потому что издалека лестница вот эта казалась, да, просто гигантски. Но это даже не лестница, а такая типа спиралька. Заедем. Фу, хорошо, что-то со мной, ребят, случилось. Как-то странно я начал ехать, блин. Чем дальше, чем выше, тем опаснее, тем я начинаю больше нервничать. Главное не упасть сейчас. Я так не хочу это заново все проходить, боже мой. У меня, если честно, потихоньку начинает кружиться голова. Напишите в комментах, как вы, ребят. Ну, у меня действительно начинает потихоньку кружиться головушка. Так, еще больше. Да сколько там ехать? Вон, уже вижу лестницу, точнее, эту дорогу. То есть еще немножко, еще этажа 2-3 где-то. И мы заедем. Пожалуйста, только бы не выпасть, приора. Вот, уже почти все. Почти все, почти заехали. Я хочу вас поздравить уже. И я вас поздравляю, все, мы заехали, и вот тут-то мы уже и сохранимся. Ну что ж, а дальше нас ждет прыжок просто века. Лайкусик, ребят, заранее, давайте, первый вылет наш, я думаю, с первого вылета у нас не получится. Ну ладно, погнали. В общем, мы едем, разгоняемся. Приора, крылья. Идеально залетел на крышу. Серьезно? Нам можно даже и не попадать внутрь. Погодите. Хоп. Стой. Оу. Ну, по идее, мы как бы с вами прошли. Мы как бы в чекпоинте. Но давайте попробуем еще раз, ребят. Давайте, хорошо, попробуем еще разочек. Попробуем залететь прям внутрь. Если не получится, то действительно залетим опять же наверх, как я и сделал это вот в предыдущий раз. Так, сейчас мне хочется попасть именно внутрь. Поехали. Так. Залетаем. Опа! Залетел! Нет, нам, по-моему, крылья, ребят, не дадут полностью попасть в этот туннель. Но можно пробовать. Давайте еще разочек. Немножко просто побольше газку возьмем. И, в принципе, мы сможем туда попасть. Там довольно широко. Мне казалось, что там гораздо уже. Но нет. Давайте, 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 давайте. Во-во-во. Хорошо. Тихо-тихо. Газку, газку, газку. Давай! Залетел! А как ехать-то? Все, мы застряли. Блин, крылья нам мешают. Или мы сможем проехать? Нет, по-моему, все. Все, намертво я полностью застрял в этом туннеле, короче. Ладно, давайте тогда хорошо, такой же тактикой просто наверх залетим на крышу, как в первый самый раз мы идеально залетели туда. Просто было шикарно. Погнали. Хоп. Давай. Четко, четко, четко. Хоп, хоп, хоп. Тихо, тихо. Тихо. Теперь самое главное... А, все! Плохо! На забор я приземлился. Интересный элемент, друзья, довольно сложный. Надеюсь, с этой попытки у нас все с вами получится. Так, погнали.
а аккуратненько. Прям надо постараться залететь именно наверх, вот как в самый первый раз у нас получилось. Так, хорошо. Тихо. Вот, идеально. Идеально, теперь мне нужно кое-что понять. Мне нужно понять, каким образом теперь выровнять тачку, как она в полете выравнивается. По-моему, вот так. Хоп. Нет, да-да-да-да-да, выровнял. И в чекпоинт. Ну все, прошли. Стой! Все. С горем пополам, друзья, но мы это сделали. Давайте засчитаем мне эту попытку, по-другому вообще никак не получится. Ну ладно, погнали дальше проходить. Мы попробовали самыми разными способами, и внутрь залетели, и наверх, и в общем, ну прошли и прошли. Это здорово, едем дальше, тут тем более у нас не менее интересное испытание. Смотрите, нам нужно прыгать. А, нам нужно еще и долететь. Ой-ой-ой-ой-ой. Не долетел. Чуть-чуть не рассчитал скорость, там оказывается надо посильнее вообще разогнаться. И там еще самое главное в стеночку не врезаться. Да! А, врезался, но... Ладно, тут можем сохраниться. И отсюда тогда ехать дальше, ну, потому что не знаю, как по-другому. Тем более там все равно еще прыгать столько. У нас крылья, не забываем, они немножко иногда мешают, как бы. Иногда помогают, да, не спорю, но иногда и мешают. Вот, например, тут развернуться, да, вот крылья как бы задеваются. Вот крыло правое задело, приходится назад разворачиваться. Так... Аккуратно. И вот тут газку, газку, газку. Оп! Четко залетел. Дальше. Газку, газку, газку. Четко. Нет! Не попал, господи. Просто немножечко не попал. Ну что ж ты будешь делать? Ё-моё, довольно сложный элемент. Капец вообще. Так, давайте, может, и вот тут вот сохранимся, чтобы я больше не разворачивался вообще. Никогда. Во, вот так. Мало ли, сколько нам раз еще нужно будет респавниться, чтобы вот постоянно не тратить время. Вот видите, на разворот и сразу можно бац, и поехал. Оп, и залетел. Так, и давайте на скорости прям сразу. Ой-ой-ой, опять мимо, довольно сложно. Потому что нужно и ускоритель включать, и газ давать, и как-то еще поворачивать. А на левой руке у меня всего лишь 5 пальцев, и мне не хватает их. Блин, очень жаль, что у меня просто нет второй руки. В смысле, третьей руки. Одна на мышке, одна на клаве. Вот еще бы одну на клаву, мышку, руку посадить, но вы поняли, было бы гораздо удобнее. Ладно, поехали. Так, вот, вот, хорошо. Стой, фух. Ну, назад заедем, хорошо. И теперь надо полным ходом вперед как-то давать. Вот так, газку, газку. Куда я еду? Стенку куда-то. Так, повернем. Колесо еще одно сломалось. Еле едем в горочку. Надо теперь развернуться. Ох, как идеально! Вот это да, вот это нам везет сегодня, друзья. Просто лайк. И мы едем на чекпоинт. Это было невероятно сложно, друзья. Ладно, наконец-то долгожданный чекпоинт. Только что вот у нас там дальше будет? Погодите-ка. Оу, нам нужно лететь до острова. Мы можем, кстати, полететь сразу. Погнали. Летим. Пофиг на вот эти вот штуки. Сразу летим до острова. У нас же приора с крыльями. Ай, как приземлиться? И улетаем во свояси. Просто, ну-ка. Вот так вот, да, приземлиться надо было. Как? Каким образом? Вперед, пилотируется. Ну вот, она поворачивается. А как? Вот это поднимается, вот это опускается. Чё-то, друзья, сложно будет, наверное, нам приземлиться. Ладно, можем пройти, по идее, как и положено. То есть упасть вниз, проехаться, перелететь. Давайте так попробуем. Окей, я не против. Погнали. Газку. Тихо-тихо-тихо. Нет! Все ужасно! Надо было поднимать приору. Слушайте, теперь тут прям действительно нужно пилотировать мастерски. Так, давайте, я готов. Я максимально готов. Поехали. Мастерски пилотируем. Нет, нет, мастерски. Мастерски пилотируем. Мастерски! Блин, какие кнопки за что отвечают? Я опять все перепутал. Так, это вниз, это вверх. Полетели, ребят, все. Пробуем. Это вниз, это вверх. Это вниз, это вверх. Нам нужно сейчас вниз. Чуть вправее, вниз. Давай, мимо! Почти попал, господи, боже мой, как это интересно, и в то же время это невероятно хардкорно, ребят, просто капец. Так, погнали, давайте вниз, короче, можем сразу вот так вниз, вот так, идеально приземляемся. Вот это я, ребят, называю идеальное приземление, короче.
чтобы вы понимали. Нет, я не так хотел, я хотел нормально все сделать. Это просто капец как хардкорно. Если вам может на видосе показаться, что это сделать довольно легко, нет. Это очень сложно. Тут нужно рассчитать, во-первых, скорость, во-вторых, все на свете нужно рассчитать здесь, чтобы приземлиться идеально. Оп! И заезжаем! Хорошо! Можно засчитать, ребят, можно засчитать, давайте. Прилетели в чекпоинт, хоть с горем пополам разрушенные, но мы прилетели, это клево. Просто другим способом, я вообще не знаю, как это сделать. Хорошо, хоть так прошли, и дальше у нас, погодите, давайте немножечко, ребят, пролетим, посмотрим, что у нас. Опа, дальше у нас еще одна лестница, и потом мы летим уже на финиш. То есть все, последнее испытание у нас осталось. Ребят, это просто лайкусик. Так, поехали. Все, полный вперед, поднимаем по лестнице нашу приору с крыльями. Ну и будем лететь, ребят, на этот островочек, который там находится. Пишите, друзья, что еще такого позаписывать прикольного в Bimenji Drive. Пишите идеи, будет безумно приятно. Пишите, какие игры хотите видеть вообще на канале дальше, больше всего, ребят. Все-все-все, пишите и колокольчик не забывайте. Ну а мы едем с вами по этой лестнице. Все, ребят, сейчас будем гнать изо всех сил. Самое главное, не вылететь просто. Это будет очень обидно, если я вылечу. Поэтому будем аккуратненько ехать. Забираемся еще выше. Так. Хорошо, непонятно, сколько там этажей, но вообще, на самом деле, еще очень много. Фух, едем еще дальше. Я не знаю, сколько тут еще вообще этажей, когда это все закончится. Блин, там еще целый, ребят, подъем, господи, это невероятно много времени занимает, все вот эти подъемы наверх, это, конечно, интересно, но, блин, одно и то же, и очень долго, блин, только тачка разламывается, и все, а никаких этих не происходит, слава богу, я еще ни разу не упал, и, надеюсь, не упаду, еще серьезный подъем, а это последний, фу, как я устал, отлично, последний подъем, давайте, поехали. Забираемся, самое главное не выпасть, и самое главное также будет сохраниться сейчас наверху. Стоп! Сейчас как вылетим еще? Фух, нет, нормально. Стой! Заехать! Заехать! Не понял. Я заново не поеду. Заспавнился я, ребят, здесь. Все, можно, мы это проехали. И вон доезжаем до чекпоинта, там сейчас опять сохранимся и по стрелочке полетим на остров, ребят, финишировать. Погнали, так, чекпоинт взял. И теперь нужно понять, короче, куда лететь. Либо отсюда как-то лететь, либо вот оттуда прям лететь, с конца и края. Погодите, ребят, где остров-то? Вон островок. Так, ну ладно, давайте вот отсюда попробуем. Оу, выровнять, выровнять приору, выровнял. Хорошо, летим четко. Нет-нет-нет, плохо лечу, плохо. Что я делаю? Просто перелетел остров, вон он, ребят, если что. Блин, это будет довольно сложно сделать с крыльями. Потому что мы в любом случае будем улетать куда-то, ну, вообще, в бездну. Так, стоп. Прям сразу надо вниз лететь. Да, вот так. Во! И нельзя подымать вообще. Нельзя, нельзя. Нет, не подымайся. Как нам это сделать на приоре-то с крыльями? Как пилоты, блин, самолетов сажают эти свои самолеты вообще? Так. Аккуратненько. Давим. Стой! Давайте попробуем развернуть, короче, нашу машину. Понятно. Ничего не понятно, короче. Но и вот тут бы остров сейчас. Блин, ладно, еще раз пробую. Я без понятия, ребят, как на этой тачке просто финишировать. Поехали. Хоп. Вниз. Вниз, сразу, сразу. Пофиг, камнем обойдем, грузом. Пофигу. Давай, давай. Нет, мы были близки. Мы были близки, но не получилось. Ну, как вот, как это сделать? Пробуем. Падаем вниз. Камнем просто. Полетели. Вниз. Давай. Давай. Вниз. Выравниваем. Идем на разворот. Разворачиваем корабль наш. Боевой. Чё за разворот такой? Давай. О, аккуратно. Поднимайся наверх. 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 Ай, наверх. Поворачиваем. Поворачиваем. Так. Так. Вон остров. Вижу остров. Давай. Повернись. Давай. Еще чуть-чуть сюда. Давай. Давай. Нет. Я был близок. Господи, я был очень близок.
Фух, ладно, ребят, короче, не знаю я, как посадить эту машину на этот остров. Я был близок в этот раз, действительно, было очень-очень близко. Ну что ж, вот такой вот, ребят, скилл-тест на приори с крыльями у меня получился. Я надеюсь, что вам понравилось прохождение данной карты. Обязательно, ребят, поставьте лайкусик. Не забудьте подписаться на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Ну а на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи, хорошего настроения, болейте, успехов. Спасибо за просмотр и пока-пока!